Привет, друзья! Как вы узнали из ранее опубликованного видео, моделист RC начинает строить новую тачку, военный грузовик GMC. Он сзади меня слева. Сегодня я вам расскажу, как делалась кабина. Изготовление модели без чертежей – это непростое дело и под силу немногим. Поэтому прежде чем приступать, оцените свои силы. Все изготавливалось из листового пластика элемент за элементом. Поясню вам концепцию проекта. Идея такая. Ржавую кабину от грузовика ставим на современное шасси, добавляем тюнинг, ставим грузовую платформу, кран и вуаля, наш грузовик-работяга готов, которому не страшны бездорожье и тяжелая работа. Подготовка кабины завершена, грунтуем ее. И начинаем красить. Постройка кабины завершена. Следи за сборкой. Если хочешь увидеть грузовик в новом видосике, оставайся с нами.